Всем привет, с вами Иннокентий. Мы продолжаем проходить Dark Souls 2 в Школяр Зафью Син. Значит, в прошлой серии мы убили великолепного босса бойца Крысиной Гвардии, представляющий собой крысу. Получили его душу, которую я, конечно, не сейчас, но потом, когда выберусь из помойки и убью босса этого сверхзамечательного места. И не потому, что здесь страдает, потому что просто, ну, темно. Так. Еще в помойке лежит самая сильная рука пиромантии, в отличие от основной. Она там увеличивает урон на 50 пунктов. Так, а улучшить что нужно? Желательно было бы улучшить, конечно, выносливость. Сейчас мы вновь пойдем в ту локацию. Так, у меня ничего важного нет. А, есть костяной прах, точно. Так, сейчас выложу на всякий случай душу в сундук, чтобы ее случайно не использовать. Так как новую получу только на NG+, которую проходить не хочу. И, кстати, новая игра плюс во второй части представляет собой темную. Значит, вот до всех Dark Souls была Demon Souls, и там были тенденции мира. И в зависимости от того, какая ваша тенденция такого-то из миров, ну, если будет чем светлее, тем враги слабее, там, ну и вот прочее. А чем темнее, появляются краски. Черные фантомы, которые на самом деле красные. Ну, с примесью черного. Ну и враги становятся сильнее, но и приносят душ больше, и возрастает шанс что-то найти на их трупах. Вот. Получается, на новой игре плюс здесь. На боссах и в каких-то других местах будут появляться эти самые красные фантомы и мешать проходить. Ну, их можно будет убить. Так, тут где-то пол провалился, поэтому нужно ходить аккуратно. Ну что, обходить я не хочу. Этих полу желательно убивать, иначе могут накинуться на вас со спины. И здесь еще можно фармить факела из таких же полых, но которые носят с собой сами эти факела. Вот и один из них. О, вот один из с темным сломанным мечом. Как я говорил в предыдущей серии, лучше таких вот опасаться, обходить стороной, либо чем быстрее убьешь, тем меньше шансов, что типа тебе он ударит. И вот эти вот статуи можно, конечно, разрушать, если не хотите быть отравленным. Так, мне вообще вон к той туманной двери, но тут вот тут что-то вроде как важно лежит, то ли сет рыцаря Хейда, то ли что-то еще. Но меня напрягают эти лужи, потому что я не помню, что у них находится. То есть, как бы находится. О! А, значит, там что-то живет. Это то ли пальцы, то ли щупальца, что это. Я давно играл. Вот прям точно, я не помню, что в этих лужах находится. То ли они как-то травят, то ли что-то. Или что-то из них вылазит. У меня, в принципе, есть огненные бомбы проверить. Так, надо бы как-то аккуратно сползти вниз, не попав ни под чью атаку. Но я вижу, тут что-то вылазит, значит, тут. Может, что-то живет? А, да. Так, что-то все набросились. Какая-то гигантская пиявка, честно говоря. Это нефть, что ли? Почему она горит? Или это масло какое-то? Но больше похоже на нефть. Ну, как бы черная и так легко сгорается.
допустим. Так, туда перепрыгнуть не получится. А вот сюда можно было бы спуститься. Стоп, а здесь что? А, здесь, наверное, срезка к костру. Там... О, это мимик. Там он даже виднеются зубы. А против мимика у меня вообще что-то есть? Ну, талисман Блуидов в Dark Souls 1 использовался для усыпления мимиков. Может быть, здесь тоже получится. Хотя, тут написано, что оно ограничивает использование Эстуса в таком-то... В такой-то области, где был брошен. А, здесь взрывающиеся полы. Еще один остался. Отлично, всех убил. Но мне что-то кажется, что здесь помимо мимика еще что-то меня ожидает. То ли фантом, то ли еще или что-то, какой-то яд. Так, а мимик у нас внизу, а тут что? Тут яд, понятно. А, да, темный дух. Это обычный сундук. Только где он появился? Кольцо защиты души. Так, что? А, это то кольцо, которое было в предыдущей части, ты в третьей тоже появился. Только тут-то это кольцо уничтожается в плане ломается, то есть его можно будет потом починить. А такое же кольцо, но в других частях, получается, в первой, в третьей, оно уничтожается навсегда. То есть оно было и все, у вас его больше нет. А тут его можно чинить, это вот я помню. Только где же фантом? Просто если же я его не убью, я не смогу активировать костры. А нет, активировать я смогу, я не смогу их использовать. Темный доспех. А, это кос... Это, да, это доспех темных духов. Так, ну мимика и рисковать убивать я не буду, так как слишком уж опасно. Тем более там внизу еще должен где-то фантом бегать. Я сейчас слышал шаги, либо это мои, либо фантома. Наверное, мои все же. Так, я видел полоску здоровья. Это где? Где вообще фантом? Я вот. А, вот. Двуручный топор. Это может быть опасно. Хотя, если будет так промахиваться и всегда, то вполне себе нормально. Ладно, убьем как есть. Не думал, что фантомы здесь будут так застревать. Что никогда такого не происходило. Вот и весь фантом. Так, и что, это все?
Видимо, сет Хейда в другом месте. Но я помню, что где-то возле стенки какой-то. Как странно, лужа испарилась, а вот яма, видимо, тоже вместе с ней заросла. Ну, ямы там, возможно, в физическом плане не было, но тогда получается, что эти пиявки из-под текстуры вылазят. Так, видимо, придется упасть или можно найти другой способ упасть вниз. А, стоп, я же даже не прошел дальше. Так. Ненавижу вторую часть из этих вот переделанных окон неуязвимости. Может быть, факел лежит. Да, отлично. Так. Так, там собака. Так, и мне, видимо, вообще не сюда. Да, она будет... нужно будет вернуться к костру, потому что, видимо, не туда пошел. Так, и... Попробую добынуть до вон той платформы. Видимо, уже придется спуститься. Так, а тут. Тут толком-то и ничего нет. Зажигать эти все факела не обязательно, просто можно, чтобы что-то видеть и зажечь их. Вспомнил, там закрытая дверь какая-то стоит, которая открывается то ли душой гигант, то ли каким-то кольцом. Так. О, темное пироматическое пламя. Как раз то, что мне нужно. Так, там собака. В этих урнах находится кислота, которая ломает оружие. Не, стоп. Оно ломает здесь кольца и броню. А оружие ломает что-то, какая-то другая кислота. Или та же. В общем, лучше эти урны не разбивать с собой.
Лучше у них же кинуть какую-то там бомбу или же кинжал. Серьезно. Так, и снова вы пришли к этому. Правда. Ну хотя бы не умер. А то мне казалось, что сейчас улечу в пропасть. Так, я же всегда, когда проходил, как-то быстро шел к этим вратам. Вот тут начнешь записывать, что ты уже все и забываешь. Куда нужно идти? Вот точно не сюда, так как там закрыто. Ну, точнее, как бы да, туда можно пройти, но я знаю, тут есть еще второй костер, которому нужно как-то так обойти и перепрыгнуть. Но только где это место? Так, ну там я был, судя по зажженному факелу. Так, а, вот это место. Тут нужно хорошенько разогнаться, чтобы допрыгнуть. Нет! Ну ладно, сейчас добежим снова. Я уже примерно понял, куда нужно бежать. Так, вон и мои души. Где вообще провалился? Вот. А, здесь. Так. Значит, вот оно. Вот и костер. Так,
Пожалуй, в этой серии дойдусь уже до локации, где находится босс с великой душой. А в следующей серии постараюсь его убить. С фантомами или без-то как получится. Постараюсь без фантома справиться. А, вот этот проход. Как раз здесь бомбы и пригодятся. Конечно, починка снаряжения тут стоит прям очень дешево, но как-то не хочется туда-сюда ходить, чинить его у кузнеца. Если можно сделать так. Черная расщелина. Так, ну а на этом все. Мы, значит, убьем босса в следующей серии. С вами был Кенси. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну или дизлайки. Можете писать что-то, если что-то хотите написать. Ну и все, всем пока. Увидимся в следующей серии.